Сегодня 3 октября. Такая вот изморозь белая. Вода. Ну, подожди, рыжий. Что тут такое? Вот так. Вот показать голубятня номер 1 у меня. Четверг, 2019 год. Статью я выставил. Для занятий идут. И 20 фотографий. Здесь это все дикари. Мои сидят, на них какой-то падеж напал. Вот интересно, сейчас прочитал, в Краснодарском крае сжигали витютень, вяхирь называют. Это мои кошки охотятся, это голубоглазая. Увидала меня, несется со всех сторон сюда. Но, что она, убежала, ой, увидала, голос услыхала. Ну-ка. И там голуби падают, нашли сколько голубей. Десятки, десятки, прям поле усыпанное. Но отравили, считают фермеры. Травили мышей и отравили голубей. Вот у меня что-то тоже подобная такая мысль стала возникать. Но, говорит, голуби до 50 километров пролетают. Ну, за час 60 километров. Неизвестно, еще отравились, может, в соседнем районе. Но у меня не могли в соседнем, потому что они не вылетают, сидят. Хотя открыто, они могут выходить. Утром выхожу, 2-3 голубя мертвые. Притом целые. О, прыгнул рыжий. Это бежит к нему. Это то ли поймал или нет. Зайду. Что-то сильно прыгнул. Мышей-то полно. Укусил. Момент какой. В траве шуршало. И он это... Побежала туда, откуда она ушла. Там ловила. На вахту побежала. Глаза синие-синие. И вот такие у меня кошки. Ну, их много получилось. Я бы отдал сейчас хотя бы 3-4. 3-то вполне можно отдать. И все ловливые такие. Ласковые-ласковые. Если я крикну сейчас, то они сразу здесь будут. Вот даже проверить. Паля, 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 Паля! Вот несется. Паля, Паля, Паля! Вот она. Паля, кричу, а бегут все. Вот она опять из-за ограды. Паля, 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 Паля! Не слышит, потому что там... Паля, 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 сюда! Паля, где Паля? Ой, белая несется. Выскочил. Паля, 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 Паля! Паля, 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 Паля! Вот они. Дружные между собой такие. Одна только не дружная с ними, их бабка рыжая. Паля, 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 Паля! Паля. Белая буска несет. Паля, Паля, Паля. Где Паля? Ну-ка. Буска вышла. Паля, 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 Паля. А сама Паля-то где? Палевая где? Паля, 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 Паля. Вот они. Вот он, белый красавец. Этого я не отдам. Он слепой был. И Палю не отдам. Потому что она больная была, и головка так на бочок у ней повреждена, ударилась или где. А эти здоровые, вот здоровых я отдам. Вот тут очень ласковый, рыжий. Голубоглазый, это вообще удивительное. И буску, вот эти три у меня. Очень и очень ловливые. А вон издалека, кажется, Володя
на прогулку ездил с шариком. Пали одной только нету. Где она? Где Паля? Паля, Паля, Паля. 4-5 нету. Паля, она спит, наверное, легла. После ночной вахты. А, вот он, Володя. Шарик на цепочке. Его нельзя отпускать. Он сразу пойдет. Он же привык в детстве по помойкам-то. Он всю деревню оббежит. Еще бегает. И потом они не пускают никуда его. Ну, Володя, куртка такая, как спецназовец какой. Шарика увидали и убегают. Ох, ринулись. Привяжи его на место, и ну его. Шарик, пошли на место. Шарик. Ну давай, да. Вот так, привяжи. Вон он. Володя ему как манипулирует. А я не могу, он цепочка под колесо попадается, и я полечу на бок. Вот деревни, как жить. Надо дом украсить. Вот какой крест. Да не просто крест, а большой крест. Высоко. Вот эта крыша от земли 9 метров 60 сантиметров. Столбы электрические вот эти, они ниже крыши. Я выставил фотографию. Это 5-й этаж на земле. 2-й, 3-й, наверху 4-й, крыша 5-й. Ну, вот так. Показать сейчас. Покажу, какой у Володи крест. Ой, это все разорвано. Это у него теплица с этой стороны. Парник называют у Володи. А лохмотья одни висят. Ну, все он оттуда убрал. Солнце съело. Потому что бита была пленкой целлофановой. Вот трава вся блестит. Начинает испарение. Вот Володе показать крест. Вот он, крест какой. А это воробушек сидит. Еще ты все время трешься-то, ну, ходу не дает, вот, гладит сам себя. Сейчас будем с Володей пилить, убирать лишнее. Тут работы всегда хватает. Четверг, в следующий четверг мы должны выезжать уже в Барнаул. В четверг, 10 октября, как намечено. О, прибыл. Я гляжу, голубей там. Ну, вот так, все.